Вот столько лука семейного я накопала. Ведро. И еще там коробка. И все, больше семейного нет. Это он, смотрите, вот это самый крупный. А остальные все вот такие вот средние или мелкие. Ну, в общем, семейный лук ни о чем. Он весь уже подвял там. Я одну выдернула, посмотрела, бороды вообще нет. Поэтому, что ему там сидеть? Выдернула. Сразу там почистила на грядке. И такой вот длинный. Тоже весь выдернула, потому что у него тоже уже все тут завяло. Ну, он тоже такой. Там внизу покрупнее было несколько. А тут уже, видите, такой. Не очень. Ну, пойдет. Сколько-нибудь оставлю, конечно, я. Если сохранится на следующий год. Ну, а если еще и тут будем жить, мы, конечно. Теперь ничего не загадаешь, поэтому... Чеснок мы усиленно едим. Я везде его добавляю. Его уже мало остается. Тоже вот выберу, сколько на посадку такой получше. Такой самый. А остальные там еще консервируем. Поэтому много чеснока уходит вообще. Ну и так мы едим. Сегодня ходили за грибами. Вот такую чашку я начистила. Подосиновики там белые по низу. Ну, белые практически все были гнилые. Червивые. Это такие вот все подосиновики. Подберезок здесь вообще нету. Только вот подосиновики. Это я собираю. Тут уже положу в морозилку. Собираю, чтобы потом солянку сделать грибную. Давала огурцы там. И меня угостили цветной капустой и яблочками. Я один съела, очень вкусный. Больше никто почему-то не хочет. Хотела вам показать. Вот у меня где елки в огороде выросло. 4 подберезовика. И они, главное, все в одной линии. Вот тут 2, вот третий и еще один 4-й. Ну да что, главное, все как повыстроились. 4. Вот 4 штуки. Но я не буду их рвать, потому что вот эти 2 уже такие они. Ну, такие засохшие. Эти тоже такие не очень, поэтому пусть. Я забыла про них. Я их видела еще, когда они маленькие были, надо было рвать. Но я... Хотела вам показать, потом забыла. В общем, сейчас, пока чистила грибы, вспомнила. Там еще с другой стороны вот пруд. И вот с другой стороны за березы там соленики. Такие рыжие. Ой! Сейчас буду поливать парники, потому что мы уезжаем до воскресенья. Завтра отец с утра приедет. И поедем мы. Ну, туда к ним, короче говоря. Там, может быть, за грибами еще сходим. Не знаю, конечно, нас передают аномальную жару на 2 дня. Больше 35, даже МЧС присылал. Поэтому не знаю, как идти за грибами. Утром рано тоже не пойдешь. Дети не встанут так рано. В общем, не знаю, как мы пойдем, конечно. Ну, и мы завтра тоже и приедем же не рано. Пока он до нас доедет с Москвы. Там вечные пробки. Пока мы соберемся. В общем, ладно. Хотела показать. Вот у меня начали... Краснеть наконец-таки помидорки. Знаете, какие они только вкусные. Это просто. Которые вот такие совсем красные, мы их уже объели. Но вот такие остались еще вот рыжие, желтые. Ну, хотя бы начали и то краснеть. Тут вот тоже. Эти черики эти. Тут вот такая, я не помню, конечно, как она. Сорт. Тоже вон там вот. 2, по-моему. 2 или 3. А вон еще 3 внизу. Тоже можно, кстати, оторвать, попробовать. Я просто не помню, что это за сорт. Эти вообще. Или мужское достоинство, или дрова. Но это точно, наверное, дрова. Это не мужское достоинство. У него, знаете, у мужского достоинства тут вот так вот сужается, а потом так вот... Не знаю, как сказать. Ну, в общем, это точно дрова, я думаю, а не достоинство это. Но их очень много. Но они вообще не красные, даже ни одной. Не знаю, когда они покраснеют, уж хочется попробовать. Ну, тут только начинает. Там вот, которая сама по себе, вот мы ее всю съели. Там была такая большая ветка. Мы вот по одной, по две все отрывали. Ну, вот все вот объели вот эту, которая сама по себе выросла. Где-то еще желтые были, не помню. Настя рвала. Где-то наш с этой стороны. Да, вот. Желтая, желтая сливка вот эта. И вот там вот еще тоже вот уже пожелтели. Там вот, не знаю, как вот эти черри это, или как-то я
какой-то сердолик, но на сердолик не похож. В общем, сама не знаю, что это за помидор. Они вот как черри, только покрупнее. А может, вот черри такие выросли. Не знаю, в общем. Тут тоже вот немного покраснело. Pink Paradise вот у меня, видите, одна висит уже красная. Но я хочу, чтобы она еще так набрала солнце. Вот сейчас такая погода хорошая, поэтому пусть еще покраснеет. Ну, здесь еще не очень. Вот здесь тоже. И вот там, вот видите, такая ветка большая, она тоже вот начинает краснеть. Баклажаны мои, вон черный висит. Здесь пока еще ни одного нету, и там вот три штучки висят. А здесь не вижу, тут вырос этот одуванчик, никак мне его, он прям около самого-самого ствола, мне его никак не выдернуть. Ну, перец тоже там кое-где вот там краснеет, там, вон там, там не видно. Но этот вообще не знаю, когда он покрасит. Он такой здоровый прям вообще. Ну, а так, везде такой средний. Там вот такие желтые какие-то. Тут я! В общем, везде разные. А тут все черное. И вот уже много. И здесь тоже там такой крупный. Вот такой перец. Обалдеть. Тут тоже вот везде. Но это еще зеленый, это еще не красный. Там вот крупный тоже висит. Так что вот, помаленьку начинают краснеть. Надо, конечно, чтобы сразу много покраснело, чтобы с них что-нибудь сделать. Законсервировать, я имею в виду. Вот это интересная помидорка. Такие круглые много, но нету тоже ни одной еще пока красной. Посмотрим. Ладно, мои пришли, они гуляли. Я пока грибы чистила. Ванька зовет, пойду. Тут огурцы висят, такие уже здоровые. Я тут их это оторву, складываю большие. Там вот еще тоже громадина лежит. Вон там две штуки. Тоже надо их оторвать. Устала так. Ежевика краснеть начала. Ты чего? Что такое? Хрюшку забыл. Хрюшку? Да. Как понять, ты забыл хрюшку? Ну, такой грибок. А, свинка, наверное, хрюшку где-то. Ой, чудак, не могу. А тут почему-то вообще нет грибов в этом году. Обычно даже вот здесь вот были около березки. Там тоже. А там были в этом году одни только сыроежки около вот этой березы. А теперь солененькие только. Ой, что это, что это? А, это козел, козлик. Да, надо. Надо. Конечно, такой хороший. Так. Сейчас скажу Насте. Все его почищу, тоже посмотрю. Петунька моя опять отжила. А то что-то она у меня цветет, а потом раз пропадает, потом опять какая-то непонятная. Красивый цвет, очень такой яркий. Красивый. Вообще люблю цветы всякие, разные. Полевые. Ну, в общем, вообще люблю цветы любые. Ладно, пошла я. У нас уже закат, уже солнце спряталось. Так уже темно. Ну, чего относишься, Ваня? Ну, чего? Помыла твой. Ваня. А, Ваня. Весь мокрый, да, говорит. Мыться опять сегодня. Ой. Каждый день споласкиваемся. Не надо мыться. Здрасте, ты весь он мокрый. Как ты спать-то будешь? Мам, у меня чуть-чуть ноги грязные. Не чуть-чуть, а как следует. Ну, скажи всем пока, Ваня. Всем пока. Молодец. Что, ты хотела еще сказать? Нет. Нет? Пойдем? Я не хочу. Пойдем? Да. Ну, давай. Всем привет. Мы у мамы. Вчера приехали утром. В 10-м, наверное, часу. Ну, отец за нами заезжал, он ехал с работы. Вчера что мы ездили Насте покупать тут магазины к школе. Потом, может быть, покажу, если не забуду. Потом уже, когда приедем, уже сегодня уезжаем, потому что поросенок. Ну, вот. Потом... После обеда я еще с мамой один раз съездила по магазинам. Ну, я уже практически ничего не покупала, потому что когда с отцом ездили,
Мы с ним заезжали в Пятерку и в такой магазин, там хороший есть, там очень Копейка называется, большой выбор и дешевле. Но народ там, конечно, очень много, мы стояли 100 лет. Вот сегодня с утра ездили сестра, я, Настя, Ванчик и мама ездили в лес. Ну, очень жарко, мы только по одной там стороне прошли. Вот грибы, вот это мои, которые я нашла. Тут и белые, подосиновики, подберезок ни одного, и лисички мои любимые. Такие есть толстенные, я, наверное, вот засыпала уже, конечно. Вот такая мне прям, вот такие вот я люблю, когда такие толстые ноги. Вот. Я их крупно все, лисички вообще только корни отрезала. И вот эти все тоже крупно, хочу солянку буду делать грибами с капустой. И вот мамины грибы. Тут тоже подосиновики, белые и лисички. И две сыроежки. Еще было две, но они все гнилые. Вот, так много очень грибов в лесу. Прям вообще. Штук по 20, наверное, белых попадается. Но они все гнилые. Прям вообще там даже взять нечего. Сейчас пойду, у нее тут палю цветы. Она там делает ужин. Потому что мы уедем, и там уже будем у нас ужинать. Отец останется до утра. В 5 часов уедет. Ну, у меня там останется. Будет мне делать ламинат, потому что у нас сделали очень плохо. И вот эту дырку в подпол тоже будет заново прорезать. У Насти уже в комнате, потому что у нее нет ламината. У нее ковролин, а везде как бы ламинат теперь. Ну, вот был, не было в коридоре, но вот в коридоре тоже положили, но он будет все переделывать. Экран надо починить, потому что он вообще в разные стороны. Сейчас покажу гортензии. Какие у мамы просто шикарные. Ой, сейчас покажу. Как раз тут вырубили соседи песни, а то так орали, блин. А то YouTube точно мне сказал. Ты что, сумасшедший, че? С такими песнопениями. Смотрите, какие вообще были. Вот это все гортензии. Вот отсюда. И они такие крупные-крупные прям вообще. А вот это вообще шикарно. О. Это просто это один цвет такой. Это столько много. Вот и там у меня. Все гортензии очень красиво. Яблоки. Яблоков тоже много, но это Антоновка. Ну, они, знаете, когда вот морозом чуть их стукнет, они очень вкусные потом. Такой лилейник у нее желтый растет. Белье висит, правда, ну ладно. Эти. Как же они называются? Не могу вспомнить, блин. Не помню. Ну вот это карликовые. Тастильба тут. Розы уже вот тут цвели, которые такие вот очень вкусно пахли. Вот это такая тоже красивая. И вот фоксы у нее вот такие. И таких целое прям море. Прям вот идешь тут, они все шевелятся, так идешь. Они не кончаются, не кончаются. Вообще здорово, да? Все. Только много вот они разрослись. Это я не знаю, как называется вот это. Не помню. Такие. Там тоже вот у них фоксы. Ой. Это вот мои, которые она у меня брала. Но у нее краснее, у меня темнее. Тут еще тоже фоксы. Там тоже. Еще везде. И вот такие тоже у меня мини-пионы вот эти вот. Мы их так называем. Я не знаю, как они называются, но они похожи на пионы. Которые такие однорядные. У нее тут помидоры красные висят. Я вчера и сегодня уже ела. Вон те. Сейчас я, может, пролезу здесь. Ой, господи, боже мой. Ой, я вечно как залезу, так что-нибудь сломаю. Ой, не знаю, как у нее тут стояло. Ладно, потом сама сделаю. Земляника тут, которая семена вырастила. Я вчера 3 штуки тут оторвала, белые такие. Очень сладкий. И тут у нее земляника, я тоже ее вчера съела. И вот столько у нее много черри. Прям везде черри. Они очень вкусные. Называется черри изюм. Очень вкусные. Сладкие. Очень-очень. Свекла. Там у нее баклажаны, но они вообще никакие. Знаете, какие помидорища большие. А здесь тоже. Вот эти вот особенно. Ну, еще много зеленых. Еще зеленый сидит.
Это черешня вот такая уже вымахла. Наверное, весной обязательно будет пересаживать. Лук мы вчера с ней тягали. Сразу его почистили. Пересохнет. Тут эти гладиолусы. И желтый один. А там капуста громадина. Вообще такие качественные, здоровые. Да и листья сами какие большие. Везде. А тут другой уже сорт. Она такая тут сизая. А тут вот такая. Это килотон, по-моему. Или мегатон. Мегатон. А это не знаю, как называется. Ой, я на что-то наступила. Сейчас выйду отсюда. Там еще малина, мы тоже ее объели, наверное, все. А! Ага. Малина тоже очень крупная, но ее мало. Тут тоже. Сейчас я эту съем. Вот такие еще хлопцы. А это я уже показывала, здесь тоже. Крызи. Эта смородина очень вкусная, черная. Сейчас пойду еще петрушки нарву. Такие вот флоксы интересные. Они такие розоватые. Кружок у них тут все. У меня много висит. Тут куст, и вон там вот еще куст. Флоксы белые. Такие. Я вспомнила, клематис называется. Это у нее еще вот не цвел, который высокий, а который там вот этот карликовый. Тут растет. Даже вот уже у нее хризантемы. У меня еще не цветут. Тут одни розы отцвели. Вот эти очень вкусно пахнут. Прям. Ой, просто шикарно. Вот такие вот еще красивые. Красота. Много цветов у нее тоже. У меня хризантемы тоже все стоят уже с этими, с бутонами. Но еще не распускаются. Вот этот забыл, как куст называется. Тоже такой хочу. Но там нету просто. Очень жарко сегодня вообще. Градусов 50, мне кажется. Вчера тоже было жарко. И завтра еще последний день. А потом у нас начнутся опять дожди. Вот такая крупная. Сейчас потом к сестре пойду. Я у нее просила это. Ну, немного ранней капусты. Я вот у нее качан отрежу. Или сделаю, как в том году. Или вот ее тоже пущу на солянку с грибами. Пойду все убирать. Мне еще грибы надо очистки выбросить. До скорых встреч.